Сейчас я буду готовить мойву. Тут у меня мука, соль, паприка, сухой чеснок и пакет. Отрезаем головы, очищаем от внутренности. Кстати, в мойве всегда очень много икры. Далее убираем салфеткой лишнюю влагу. В пакет мука идет и специи. Туда же рыбку. Потом пакет хорошо-хорошо вот так потрясли. И на разогретую сковороду на большом количестве масла обжариваем по 3 минуты с каждой стороны. Получаем очень вкусных хрустиков.